Сегодня будут самые безумные видео про говорящих друзей. Погнали! Какая лапочка! Анжела, она всегда очень милая. Всегда, что бы она ни делала, полола грядки или что бы с ней ни происходило. Она... Что с ней, ребята? Она не встает, она обычно встает. Кажется, она рипнулась. Или мне кажется. Я не обсуждаю вот это. Давайте-ка проверим. О, да! Она рипнулась. Как это грустно! Посмотрите на лица говорящих друзей. Вот так все и случилось. Она делала доброе дело. Полола грядки, и тут что-то пошло не так. Вот воспоминания, как они вместе играли, как они проводили время, как им было здорово и классно. Но вот теперь все кончено. Ну, я надеюсь, что она воскреснет, потому что в говорящих друзьях может быть такое. Так, у нас Джинджер, который бесстрашно нырнул в бассейн, полный воды. За ним нырнул Том. И что же вы, ребята, плавать собираетесь? Играть? Или что-нибудь устроите такое, от чего мое сердце придет в ужас? О, да! А! Кажется, уже... Где Том? Его нет, он не всплывает. Джинджер, прием! Кажется, до него дошло. Но он всплыл, и какой-то он не шевелящийся. Так, короче, они разговаривают с Анжелой и говорят, ну вот, я типа пошел туда, и у меня произошло то-то, и вдруг Том. Боже, Анжела узнала об этом. И она очень грустная из-за этого. Анжела, куда ты идешь? Анжела, не ходи, не смотри. Кошмар. Кошмарище. Понимаете, один приходит, другой уходит. Вот такая коротенькая история. Но, тем не менее, мы видим, что Анжела жива. Это значит, что Том тоже может стать живым. Не грусти, Бека. Посмотрите на ее мордашку. О-о-о! Как же это грустно. А вы знаете, мне кажется, что они брат с сестрой. Я все время так думала. Потому что они одинакового серого цвета. У них такие зеленые глазки. Просто один котик, а другая зайчик. Как было здорово. Я надеюсь, что это все повторится. Очень сильно надеюсь. Может быть, в их снах или в реальности. Ой, смотрите, Том. Привет! Что-то он приболел. Очень сильно приболел. Как же нам быть? Что же делать? Какая интересная у него походочка. Ты решил вылечиться сам, собственноручно, занимаясь физическим трудом. Ой, нет, 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 это самое плохое, что могло быть. Он ударился вот граблей. Как тогда Анжела, вы помните? Все таки идут смотреть, что с ним. Ребята, быстрее проверяйте. Он лежит под дождем и не шевелится, тут все очевидно. Бека рассказывает Анжеле, что с Томом приключилась беда, они обсуждают это. Все идут. Никто не верит, нужно же посмотреть. Да, это правда. Это очередная правда. Какой-то вот, знаете, вот этот вот... Огородик, он какой-то проклятый, мне кажется, потому что там сначала Анжела, потом Том. Да это до ужаса грустные истории, прям невозможно. Кошмар, посмотрите на их мордашки.
Это невероятно грустно. Надо беречь друг друга. Надо, наверное, не полоть все-таки эти грядки. Не полоть грядки, я подразумеваю делать то, что представляет опасность. Вот. О, как здорово качаться! Так, все по-летнему. Она грохнулась? Да, она, видимо, ударилась очень сильно. Видите, она что-то ушибла. Ой. Ой-ой-ой. Она так смотрит на меня пронзительно. Я понимаю, я не могу помочь тебе. Ребята, что делать? Ребята, спасайте ее. Как я могу ее спасти? Я за другим монитором. Ты вы там в игре, я здесь. Что я могу сделать? Быстрее вызывайте врача. Быстрей. Да не спорите вы, не спорите. Мне кажется, они спорят, что надо делать. Я говорю, вызывайте врача. Он говорит ему, это ты не вызвал врача, это ты должен был сделать, ты ее парень. И так далее. Пожалуйста, сделайте вы что-нибудь. Они идут очень грустно, потому что они ничего не решили, они не знают, что делать. Но, тем не менее, ситуация-то произошла. Ситуация-то случилась, ребята. No! Goodbye, Анджела. Опять. Вы знаете, они по переменке. Тут уже, знаете, уже не просто огородик опасный. Весь дом, получается, опасность представляет, потому что она же просто качалась на качели и неудачно спрыгнула. Как это грустно. Не грустите, ребята. Она воскреснет, потому что это говорящие друзья. Все возможно. Главное, как я уже сказала, надо беречь себя. Потому что Анджела классная, Том классный, Бека классная, все они классные, здоровские. Но вот не умеют играть. Не умеют они играть вообще. Ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Очень люблю вас, целую, пока!